В России продолжается глобальная зачистка коррупционеров. Так, на этой неделе арестовали за взятки в особо крупном размере бывшего замгубернатора и главу Нового Уренгоя Андрея Воронова. Вместе с ним были задержаны работавший в округе архитектор и два предпринимателя, в том числе исполнительный директор компании «Проект Стройсервис» Григорий Нак, сын влиятельного бизнесмена и депутата Тюменской областной думы Игоря Нака. Все они являются фигурантами коррупционного дела. По версии СКР, чиновник получил взятку от бизнесмена в виде дизайнерского ремонта дома, в котором проживала его семья, за общее покровительство и помощь в заключении контрактов. На текущий момент проходят обыски и выявление других участников преступной схемы. Также на этой неделе в Магнитогорске арестован экс-замглавы Челябинска за получение взятки в особо крупном размере. Задержание прошло в загородном доме бывшего чиновника. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По данной статье коррупционерам грозит до 15 лет лишения свободы, а также штраф в размере 100-кратной суммы взятки. С оборотнями расправляются в Самарской области. Так, Октябрьский районный суд Самары признал виновным бывшего заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева по части 6 статья 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Его приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 45 миллионов рублей. Экс-замминистра здравоохранения лишили права занимать должности в органах государственной власти на 6 лет. Также на его недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Редакция «Момента истины», в свою очередь, продолжает принимать обращения граждан. Если вы столкнулись с фактами коррупции, произволом со стороны чиновников или другими коррупционными проявлениями, то свяжитесь с нашей редакцией по указанным контактным данным.